Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! С вами Виктория Диденко и ее цветы. Сегодня мне хочется поговорить о выращивании комнатных гибискусов, о агротехнике выращивания и вообще, как к ним, какой нужно к ним подобрать ключик для того, чтобы они хорошо цвели. Но прежде всего, понятное дело, что гибискусам, как и всем растениям, нужен свет. Гибискусам растения нужно много. Это светолюбивая культура, но свет нужен рассеянный. Значит, рассеянный свет, то есть на прямые солнечные лучи растения это ставить нельзя, иначе просто у него погорят листики. Значит, перед вами флоридский гибискус. Эти гибискусы гибридные, они отличаются от обычных голландских гибискусов. А чем они отличаются? Ну, размерами цветков. Цветы достаточно крупные размеры имеют, там в районе там, от 18 бывает до там, 22 сантиметров, вот сколько мне вот в практике встречались вот такие вот сорта. Ну, естественно, расцветка. Расцветка цветов просто у них изумительная и потрясающая. Вот, значит, также эти гибискусы можно достаточно держать в форме, то есть маленькие прививочки этих гибискусов уже цветут. Вот, и не надо таких огромных лосей трехметровых выращивать для того, чтобы увидеть цветы. То есть они достаточно компактные. Если периодически им делать обрезку, обрезка гибискусам всем нужна. Это такая культура, которая цветет на новых побегах. И поэтому обрезка по-любому хотя бы раз в год нужна. Вот, значит, что нужно гибискусам? Быстренько пройдемся по пунктам. Первый пункт – это освещение, свет, но свет рассеянный. Под прямые солнечные лучи мы это растение ставить не будем. Второе – полив. Растение достаточно такое водохлеб, особенно летом, пьет много. Вот, и, значит, зимой мы, может быть, чуть-чуть полив уменьшаем, но опять же растение будет у нас зимовать все равно в теплой комнате, поэтому как бы уже смотрим. Вот, полив. Третий пункт – удобрение. Удобрение – это один, можно сказать, из тоже из очень важных пунктов. Значит, но чуть-чуть забегу вперед, возьмем, коснемся грунта. Значит, грунт, ну вот у меня тут не политое растение, сейчас зима на улице. Значит, грунт у гибискусов должен быть универсальный, рыхлый. Значит, сюда вот я вот в универсальный грунт добавляю дополнительно еще перлит. Вот, для того, чтобы больше, более был разрыхленный грунт и больше удерживалась влага. Иногда добавляю, кокос не добавляю, не люблю. Иногда добавляю чуть-чуть биогумуса или компоста. Вот, и вот по поводу грунтов. Как видите из моего описания, по большому счету грунт голый, то есть питания там ноль, а гибискусам надо питание. Для того, чтобы получать такие красивые цветы, растение должно иметь питание. Поэтому удобрение, можно сказать, на первом плане. Именно в светлое время года, то есть начиная с весны, весна, лето, чуть-чуть затронуть можно осени. Удобрение обязательно для гибискусов, потому что такие большие красивые цветы, красочные, они могут только выносить за счет внесения удобрений. Вот по поводу удобрений вот такой момент. Значит, мы смотрим, что в удобрении должно быть большое количество калия. Тогда у вас будет шикарный эффект, у вас будут потрясающие гибискусы, и будет куча бутонов. Вот у меня, видите, один цветок, вы видите, вот еще бутон. Как минимум получается один цветок, и еще три бутона мы видим. Вот, и на другом растении, вот тоже, пожалуйста, не на растении, а на другом побеге мы тоже видим вот уже маленький зачаток бутона. Возможно, что там бутоны будут еще дальше, просто мы их пока не видим, они еще в зачаточном состоянии. Поэтому в удобрениях смотрите, чтобы было, преобладал калий, а фосфор минимум. Фосфор для гибискусов, если он для других растений, для цветения помогает, то тут фосфор чуть-чуть не нужен нам. Почему? Потому что он как-то там связывается, я не химик, но он связывается с какими-то элементами, короче, препятствуют потом усвоению корнями гибискуса железа, и потом это сказывается на листьях, листья будут желтые, страшные, хлорозные, и все вот это последствия. Поэтому в удобрениях много калия и минимум фосфора. Вот, значит, что я сказала? Значит, свет, полив, понятное дело, удобрение и обрезка раз в год. И все, и у вас растение будет радовать такими красивыми красками.
Ну, и также, конечно, краски зависят от сорта растений, потому что вы же понимаете, что один сорт дает одни цветы, там одной расцветки, другой другие. В общем, желаю вам подобрать для себя самые красивые, самые потом понравившиеся вам и полюбившиеся сорта. Желаю всем красоты вокруг. Надеюсь, мое видео было кому-то полезным. Всем пока!